Наказательная нардепа радикала Игоря Мосвичука за мародерство, требует народный депутат Сергей Каплин. С таким заявлением он обратился в Генпрокуратуру. А поводом для этого послужила запись с камер наблюдения одной из столичных компаний. На ней якобы бойцы Азова под чутким руководством Мосвичука грабят офисное помещение. На кадрах незваные гости крушат все на своем пути, выносят сейфы и распивают спиртное. Сам же командир операции Игорь Мосвичук обыскивает шкафы сотрудников и пользуется их личными вещами. Запись была обнародована еще 3 года назад, попала в руки правоохранителей, но в архивах МВД не сохранилась, отмечает Каплин. Он требует от ГПУ изучить видеозапись и расследовать действия нардепа Мосвичука. Мы звернулися до Генеральної прокуратури і НАБУ з тим, щоб всі факти, відеодокази, які бачили мільйони громадян в Україні і по всьому світу, були розслідувані. І кожен, хто займався мародерством на Донбасі, рейдерством, рекетом, грабунком, політичною корупцією, формуванням своїх статків на зручному для влади голосуванні за бюджет у Верховній Раді, щоб всі ці негідники понесли кримінальну відповідальність за відповідні злочини.